Я просто слямзила. Что я слямзила? Я слямзила наш седер Суккот у нашего же седера Пейса, который в свою очередь абсолютно слямзен. Все понятно, понятно? Который в свою очередь слямзен. Спасибо. Мой муж мне интеллигентное слово подсказал. Позаимствован у древних патрициев Рима, у древних аристократов Греции, которые справляли свои пиры. И во время их пиров были обязательные 4 бокала вина. Думаете, наши 4 бокала во время Сезар Пейсах от глаголов, которые упоминаются в Торе и рассказывают об изгнании из Египта? Нет, это просто элегантное новое платье для старого обычая. 4 обязательных бокала древние пили за богов, за Цезаря, за хозяев дома и за гостей. Вот это 4 обязательных бокала, которые в Седер Пейсах превратились в 4 бокала за то, что услышал, взял, принял, привел, избавил. А в нашем случае они превращаются вновь в 4 бокала. Но что это за бокалы, которые мы выпьем сегодня? Безусловно, мы придумываем вновь и вновь. У нас есть для этого возможность, потому что наши 4 бокала не установлены раз и навсегда, как это сделано в Агадат Пейсах. Агадат Седер Суккот еще не написали. Кстати, нам бы стоило этим заняться и издать свою собственную Агадат Седер Суккот. Но поскольку это еще не записано, поскольку это еще не кодифицировано, мы можем каждый год проявлять свою фантазию. Что мы и стараемся делать. Тема сегодняшнего Седер Суккот – 7. Не 7 бокалов. Почему? Ломало. Почему? Но тема наших сегодняшних разговоров – это цифра 7. Но я понимаю, что все разговоры гораздо приятнее, когда уже поднят бокал, когда уже пенится вино, когда уже разовеют щеки дам и кавалеров. Мы же в Санкт-Петербурге. Друзья мои, я предлагаю сейчас наполнить бокалы вином, и это будет наш первый бокал. Ухаживайте друг за другом. Ухаживаю за нами. Да. Я ухаживаю и наливаю соку. Да? Я не могу это держать. Вроде как говорят себе. А, у тебя уже. Это неповторимо, конечно. Двух сторон это что, 3D будет? Панорамная съемка. Смонтируется здесь. А у тебя что, пробка? Никто не догадается. Пробка? Да. Ты скажи, что мы за нее пьем. Женя, давай. Слушай, вот ничем не отвечу. Потом... Немедленно. И немедленно выпьем. Инстаграм ждет, Инстаграм жаждет. Суккот азе. Зман симхатейну. Микраэль кодыш. Зенхер лимциар мицраэм. Кивану бахарта, вилтану кидашта, микол гамим. Ве муадей под шеха, ве симхау ве сасон им халану. Баруха та Адонай, микадеш Исраэль, ве зманим. Амен. Mm-hmm.
друзьям. Вот это похоже на Марку. Омывание рук, которое я делаю за всех присутствующих. Баруха та Адонай Элохейну, Мелаха Олам, Ашер Кидшану, Бемицвота Бацебана, Ани Тилат Кидай. Амен. Авраам, Ицхак, Яков, Йосеф, Муше, Аарон.